Вот сегодня я нахожусь на город Севастополь, улица Генерала Мельника, 80. И сегодня мы читаем такую надпись: «Владимир Владимирович Путин, помогите!» Это крик души обманутых дольщиков, которые вот по этому дому... 30 семей обманутых дольщиков с детьми, да, и со стариками. Это ужасно. Я считаю, что дом надо сохранить. Вот, и любым способом довести до ума, чтобы люди не остались на улице. Мы просим власти города услышать нас. Дом добротный, качественный, безопасный для проживания. Помогите, ну, вот узаконить наш дом.